Приветствую, дорогие друзья! С вами Кайстример, и мы продолжаем наше прохождение Stay Out of the House. Итак, взял я пару подсказочек. Оказывается, я пропустил здесь проход. Ну, мне кажется, его не очевидно найти. Значит, здесь двигается вот эта старая книжная полка. И если включить свет прямо в самый уголок, то можно увидеть здесь проход, ну, как бы отверстие. Не очевидно, что надо еще туда попытаться залезть. Ну, потому что если это просто как бы сквозная фигня, это же не значит, что туда залезешь. Ну, что там есть куда-то залезть. Ну, в общем, короче, запрыгиваем сюда, туда, подлезаем. Вот так, так. Хоба. Так, попадаем вот в эту область. Из этой области мы попадаем в детскую. Вот такая вот детская. Давайте смотреть, что тут можно найти. Так, тут ни хера. Тут не запрыгнуть. Так, Мишка. У него сердце или что это? Может, можно вырезать? Я не садист, просто это же игра такая. Добрая и понятная. Так, вентиляционный этот. Ага, лаз. А у меня что-то... Да, у меня отвертка есть. Так, а здесь что? Сейчас мы посмотрим. Ага. Так, а это здесь слева будет это досочка. Все, все правильно. Все двери, все открыто. То есть нет ничего закрытого, кроме вот этого бункера. Нет ничего закрытого. Есть секция закрытая с паром, где нам нужен вентиль, чтобы этот пар перекрыть. Ага, все, у нас теперь путь вот сюда есть. Так, я здесь был. Это вот манекен, этот стульчик. Так, это я все знаю. Так, а вот это я не знаю место. Ну, давайте сюда спрыгнем. Так. Мне кажется, здесь тоже был. А, ну это же место, где это? Где я был? В клетке. Первая попытка. Кстати, надо понять насчет часов. Значит, часы, как я понимаю, есть на каждом этаже. То есть вот на чердаке я нашел часы, там цифра 1. Ну, 1 час стоит. А это что такое? А это что такое? А, это я выкрутил винтик. Болтик. Так, здесь часов нет. На этом этаже 9. Значит, 1-9. И теперь надо найти в подвале часы и на первом этаже. То есть, я думаю, одни часы на этаж. И надо просто сверху вниз или снизу вверх идти. В любом случае, значит, замок, по-моему, четырехзначный. То есть вводишь 4 значения, и он потом говорит, ты как бы, что все, ты принял, ну, ввел все. Так, здесь надо найти. Так, тут наверх, это не подойдет. Значит, подожди, здесь мы, выше мы нашли, тут 9. Значит, этажом ниже, это у бейсмента. Здесь 7. И все. И в бейсменте должны быть часы. И должны быть часы в бейсменте. Так, ну надо от него как-то избавиться. Значит, перебирать 4 варианта. А, и вентиль. Вентиль я посмотрел, где найти.
Давайте я вам покажу, что такое винтер. Так. Так, подожди, сколько у меня объектов-то? 7. Ага, значит, я все-таки могу. Великолепно ставишь. О. Ну где свет-то? Так надо реагировать быстро. Да подожди ты. Я тебе говорил? Говорил? Говорил. Так, у нас немного времени есть. Ручку надо дергать. Так, и как? Терн. Ну, терн. А что? Ну, ее надо вести, да? Так. А, ну, или надо сжать просто. Бред какой. И вот он вентиль. Не могу носить. Ага, а что я могу выкинуть? Давайте батарейку сходим. Положим. Блять, ставь. Давай. Он свет включил.
Так. А где эта камера-то? Ну сейчас придет, наверное, урод. Ага. Попался. Козёл. Я попал в его капкан, прикинь. Так, теперь к кипяточку. Ну, к пару, то есть. А вот, все, теперь можем пройти. Ага, вот новая локация. Мы же здесь свет чинили. А, это как бы как альтернативный вариант. Можно украсть у него ключ. Типа, если ты наблюдательный. А можно вентиль поднять. Все, остается тогда только пароль. Надо найти... Значит, 1-9. Я забыл, что там был за номер. Не, ну перебирать-то это дохера просто. Так, ну здесь часов нет. А тут часы есть? А, мы поставили 5 часов на тех, которые он говорит, это правильное время теперь. 1, 5, 7, 9. Че, он меня ищет сейчас? Все, боишься. Точно. Надо капкан. Чтобы время выиграть. Не, ну я охренею тут просто. Ну, то есть камеру я разбил, а это нифига не помогает. Ну да, здесь 7. 1, 9, 7, 5. Так. Значит, 4 надо расставить. Это 24 варианта. 4 на 3 на 2. Ну, блин. Я думаю, он придет раньше, чем я системно смогу все это перебрать. Но у меня нет никаких мыслей. Ну, сдрисни уже отсюда. Значит, 1, 5, 7, 9. Ну, жалко, у меня только один капкан. А куда он делся-то? А я не взял его, что ли?
Не, ну я так не успею. Я четыре варианта все перебрал. Не надо записывать тогда. Память у меня дырявая, в стрессовой в такой ситуации. Вот говна кусок. Ну куда у меня капкан делся? Не, ну то, что сломанная камера вот так вот вызывает его, ну это же подстава просто. Еще я могу и неверно этот пароль. Но хотя бы тут, по крайней мере, логично. Часы. Подходишь, он говорит, мне стоит запомнить. Требуется четырехзначно, ему и четверо часов таких. Ну чё, я только, значит, единица первая. Я все перебрал. С первой единицей. То есть 1, 5, 7, 9, 1, 5, 9, 7. 1, 7, 5, 9. Значит, не единица первая. Ну да, 1, 4, 3, 2. Ну, правильно. Теперь надо пятерку. Пятерка первая. Ну, можно подняться, поискать все-таки капкан. На 6 вариантов все перебрал, то очень мало. Одна четвертая. Хотя вероятность-то нарастает. Ну ты уйдешь, нет. Ну он ставил же в туалетах, везде ставил.
Вот он. Вот тварь-то. Ни хера не понимаю, где он? Да тут патронов нет. Так, 5, 5, 1, 7, 9, 5, 1, 9, 7, 5, 7, 1, 9, 5, 7, 9, 1, 5, 9, 1, 7, 5, 9, 7, 1. Значит, не пятерка. Блять, а что же тогда? Давай, давай, давай отсюда, сваливай, козел. Так, и не пятерка, значит семерка. 7, 1, 5, 9. 7, 1, 9, 5. Блять. 7, 1, 9, 5. 7. 5, 1, 9, 7, 5, 9, 1, 7, 9, 1, 5, 7, 9, 5, 1,
девять, один, пять, семь, девять, один, семь, пять, девять, пять, один, семь, девять, пять, семь, один, девять, семь, один, пять, семь, пять, один. Блять, последней самой комбинации. Ебануться просто. Ага, все, и закрылось. Все, мы на четвертую часть попали. Фух. Неплохо. Я уж думал, что неправильная это вообще концепция. Так, здесь заперто. Так, ну давайте, что у меня в инвентаре? Ага, бэндэджес надо было взять. Он отсюда, наверное, прийти может. Так. Сука, ходят. Так, ну здесь что-то нихера не подсвечивается. Что тут брать-то? Какие-то банки, эти почки. А, все понял, понял, понял. Ага, надо что-то притянуть. Стул, наверное, какой-нибудь. Так, надо увидеть, что тянется. Ага, бэндэджес. Отлично. Так, ну это что значит? Надо с какой-то другой локации, что ли, притаскивать? Ну это как-то странновато. Ну, по-моему, сюда можно запрыгнуть. Все, запрыгнул. Отлично. Вот это путь. Так, это тупик. А это что? Это вода? Я сейчас заблужусь. А это серверная какая-то? Что-то шумит.
А тут сохраниться можно. Вставьте диск. Козел. Ну так он здесь где-то. Да, там 27 октября 1981 года, запись 11. На 24 октября проект Джоли испытывает сложности, значит, которые несчастливым образом увенчались смертью. Ну, в общем, короче, закончились смертью одного из сотрудников безопасности. Мистер Гарольд Густейн страдал от, ну, в общем, ментальных проблем, в которых критический эксперимент. Так. При которых критическое оборудование было уничтожено. А также, как многие субъекты испытаний, наверное, тоже были уничтожены. После нескольких минут мистер Джеймс МакГеннон выстрелил, ну, в мистера Густейна. Я не понял, что произошло, но, в общем, Гарольд Густейн что-то сделал, что привело к разрушению оборудования, и через несколько минут его застрелили. Это была трагедия, но, наверное, единичный случай. Мистер Густейн... не был угрозой для безопасности. Семья Густейнов была уведомлена о ситуации, его останки были сохранены в морозильнике. В жопу. В холодильнике. Сейчас поймают нахер с вашими холодильниками. Ну-ка, он успокоится. Ну как так-то? Ну как так-то? Больше-то попыток нет, да, больше попыток нет. Ну не дали ни записаться, ничего. Но будем играть четвертую часть. Мы до нее дошли. Кошмарно. Это плохая концовка. А будем играть четвертую часть. В целом любопытно. Любопытно. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующей серии уже. Всем пока.